Привет, друзья! Варгонзе опубликовал кадры крушения украинского вертолета Ми-8, возможно, Ми-24. Как сообщается, Ми-8 и Ми-24 украинских ВВС работали в паре. В результате вылета Ми-8 был подбит. Экипажи вертолета пытались уйти, но во время полета Ми-8 рухнул. Судя по видео, экипаж вертолета Ми-24 приземлился рядом для спасения экипажа. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.